Юбилейный 10-й Уральский форум. Да, теперь он такой, с изменившимся стилем, но все такой же зимний и динамично-оранжевый. За 10 лет форум окреп, возмужал, но, надо сказать, не постарел ни на день. Вот цифра от организаторов. Как 10 лет назад средний возраст участников составлял 41 год, так и в этом году эта цифра не изменилась. Время над Уральским форумом не властно. Тем не менее, за прошедшие 10 лет форум накопил свои собственные традиции, обычаи, привычки. В общем, все то, что мы решили назвать чисто уральскими штуками. Это все те особенные вещи, которые нигде, кроме как здесь, представить просто невозможно. О чем речь? Давайте послушаем участников форума. Конкуренты на одной полке в бане только здесь. Падение метеорита и его продажа. Он падал как раз над Уральским форумом. Люди вечером очень сильно ругались, а на следующий день быстро решили все проблемы, которые были еще вчера. Я иду сейчас и понимаю, что у меня очень много друзей. Здесь. И здесь, и как бы в жизни. У первого паруса были компрометирующие надписи на снегу. Они призывали некоторых наших коллег остановиться все-таки и начать двигаться в направлении дома. Хоккей в валенках – лучшая уральская штучка. Только здесь произошел очень интересный момент, когда ключевой спонсор мероприятия не пришел на свой доклад. И вся конференция сказала, да, это самый лучший спонсорский вклад. Именно такие странные, забавные, но чисто уральские штуки происходят здесь, в этой невероятной атмосфере. Ну а БСТВ подготовил к 10-му Уральскому форуму свой личный топ-10 чисто уральских штук. Чисто уральская штука – это когда заказчики могут отыграться у интеграторов и вендоров за все хорошее. Чисто уральская штука – это после череды долгих заседаний или вместо них сбросить с себя все и бежать на покатушке. Чисто уральская штука – это строгая диета. Вареники на завтрак, пельмени на обед и пельмени на ужин. Чисто уральская штука – это прийти на закрытое заседание для банков. Не попасть туда, потому что ты не банк, и пойти на вечерний киносеанс. Чисто уральская штука – это когда ты не впариваешь что-то своему клиенту, а просто с удовольствием паришься с ним в бане. Чисто уральская штука – это когда душа поет. Чисто уральская штука – это когда деловая часть – лишь разминка перед настоящими дебатами. А еще чисто уральская штука – это когда двое при луне – ты и твой заказчик. Ну и, конечно, чисто уральская штука – это горы, много-много снега и чистый воздух. Чисто уральская штука – это, конечно, готовить очень позитивные репортажи в очень отрицательные температуры для вас, дорогие зрители. Спасибо, что остаетесь с нами, а для вас на просторах Урала работала команда БСТВ и я, Тамара Чечеткина. Оставайтесь с нами, до новых встреч на Уральском форуме!